Добро пожаловать в Кронос. Это наша новая усовершенствованная модель. Здравствуй, София. Она прекрасно подойдет для вашего ребенка и для ее досуга. Детям нужен отец. Что это? По сути дела, вы сейчас похитили своего ребенка. Какое похищение? Это вынужденная мера. Уверяю вас, в суде это будет выглядеть как похищение. Обнаружено новое устройство. Добрый день. Меня зовут Ариса. Для начала эксплуатации необходимо довести мою зарядку до 100%. Не каждый день всплывают такие модели, тем более на черном рынке. То есть она нелегал? Почему? Какая в ней проблема? Это не фабричная модель. Это не запущенный в производство концепт. Имеются гематомы в шейной области, что не соответствует предварительному заключению. Несчастный случай устроит. Лучше, чтобы естественная причина. Они забирают наши рабочие места. Они заменяют людям нормальные отношения. От них воняет пластик. Где мой бот? Я спрашиваю, где мой бот? Ты угробил свою жизнь, а теперь за мою взялся. Сука, покажу, как моя семья. Нет, понял? Здравствуйте. А вы кто? Поздравляю, Вик. Ты привез в страну единственного в мире бота-убийцу. Ты авторизована как пользователь первого уровня. Спасибо. Давай поиграем. У тебя есть хозяин, и должна быть с ним. Она робот. Просто железяк. У меня нет хозяина. У меня есть семья. Она действительно не настоящая? Лучше, чем настоящая.